тишины делитесь, распахните душу. Дарите только теплоту ребенку, женщине и другу. И отодвиньте пустоту, жизнь все вернется полна к добру. К вам возвратятся свет, любовь, мечта и счастье к вам вернется. И нежной лаской вновь и вновь вас чья-то радость отзовется. Твоя тема — доброта, но сегодня на земле добра очень мало. Даже мультики, которые показывают, дети недобрые. Посмотрите на экран, и вы увидите фрагменты того из американского мультика. А, у меня трюмно. Ты мастер, перележь его сухожилие. Тяжелый у нас конкурс нашего ученик года. Многие приняли участие.
Не все дошли до второго этапа, не все до третьего. Только избранные дошли до финала. Естественно, что те, кто дошел до финала, показали себя с максимально лучшей стороны. И вопреки традициям, я сегодня начинаю вручение именно с ученика года. Диплом второй степени. Никитин Никита, 7-й В-класс. А вот про таких детей, как Никита, говорят, это истинно одаренный ребенок. Если девочки хорошо учатся и хорошо занимаются, и танцуют, и поют, то Никита сражает абсолютно всех, во-первых, в музыке, занимая призовые места не в школе, не в районе, в России призовые места за музыку. Но и достаточно странное сочетание, он потрясающий спортсмен. Он кладет на лопатки не в школе, не в городе, не в районе, в России. Поэтому давайте поаплодируем этим замечательным.